И всем кукушеньки, дорогие друзья, сегодня с вами я, допустим, и... Зиган! И всем привет, дорогие смотрящие! И вот так вот я оказался опять у него в гостях, а поскольку у меня консоли нет, и я, так сказать, не консольщик, а ПКшник больше, потому что у меня компьютер сильный, но нет, не в этом суть, то я к нему приехал, и мы решили записать шоу-кейс Шон Майклс против Трипл Эйча. И чтобы было все по-честному, мы как бы скидываемся на камень, ножницы, бумага, кто будет первый играть, а потом вот так вот чередоваться. Если кто-то проиграл, то тот просто берет и как бы следующий уже идет. Ну ладно, не суть, увидите. Суефа. Я играю все-таки первый. Значит, я не просру, как бы. Но ножницы как босс и предмет, против них не попрешь. Начинаем. Some kind of a challenge? You're damn right. The heartbreak kid, Shawn Michaels. I know I can't wrestle anymore, but I can still fight. And the time to fight is now. The game, Triple H. This time, I won't stop. I am coming to end your career. A non-sanctioned match. Ну вот так вот мы посмотрели и увидели, что вот так вот он его предал, с этого всего и началось. Началось это с SummerSlam старого, и вот на SummerSlam начинается другом уже, но через год, так сказать, после того, как его об машину фряснули. Поэтому, да, это такой краткий пересказ ни о чем. Но сейчас будет играть, допустим, и поэтому, хвала яйцам, допустим, не скипывают выходы, вы представляете? Вы спросите, а в чем магия? А магия в том, что он не скипит. Ну так вот, все началось с педигри, которая, ну вот там вот вы видели этот педигри, когда у Triple H еще был хвостик, и все-таки безуха какая-то сейчас мдрич, но не суть, вот, и лысенький еще. Ну вот, он взял и провел Шона Майклсу педигри, просто взял и просто провел. А почему бы и нет, собственно говоря? Ну а я знаю почему, потому что он был злой такой, ну блин.
педигри, ну педигри такой. Я своей собаке не купил педигри, дай-ка я проведу педигри, чтобы появились в магазине педигри. И он это сделал, потому что Шон Майклс был близко. Вот это моя, так сказать, версия, но эта версия идиотская и неправдоподобная, поэтому я думаю, что... Ну, типа, так сделали специально, чтобы, типа, разбить сюжет, типа, ой, вот это поворот событий, типа, давайте сделаем дебют, который станет легендарным. Не, ну, кстати, реально, это был очень неожиданный поворот, я вот, ну, увидели, да, то есть они довольно-таки веселая команда была, там, сосиски ели, сигары курили. Вообще-то это был банан. Ну, немножечко ошибся, вот. Да, и я помню до сих пор их матч, это Triple H и Шон Майклс против Мистера Макмена и Кена Шемрока и Биг Шоу, по-моему. А я этот момент, кстати, пропустил, потому что я помню, что была команда, и то, опа, кто мне сказал, что типа неожиданный поворот, они распались, и все, как бы. Это все, что я знаю. Я, кстати, из этого видео много чего нового для себя увидел, я не ожидал, что он его разбил об машину. Не, я видел момент, когда Шон Майклс был, это где-то было на Ро, Шон Майклс, типа, был уже... такой в повязках, это еще против кого-то они... Короче, был союз Альберто Дель Рио, Дэвид Аттанка, кажется, против кого-то они там объединились, и они еще базарили с Шон Майклсом. Я не помню, когда это было, но это точно было. И вот как бы вот, я вот это еще не помню. Ну вот этого боя против Макмена тут видео не было. Кажись, как... Извини, что кажись, как против всех. Ну это надо находить, это где-то было... Не помню, короче, это надо просто походить. Какие то неправдоподобные волосы, что вообще. Ну да. Ролтон на нём. Вот именно. Вот, и здесь вот, я вот помню этот матч Макмэн, ну вот, который 3-2, и там все таки DX победили. Ну вот вы, наверное, знаете, ну или смотрели, видели то, что они любят голову Макмэна засовывать в промежность других рестлеров. То есть просто оголяют и всовывают, и все. Я, кстати, знаете, что заметил? То, что помните в шоу Кэш Панк против Джона Сины, там был рефери какой-то очень странный, когда он говорил что-то типа «Дара!» Еще он так рожу кривил. А тут самый обычный чувак, который объявляет, как... А, нет, не рефери, а комментатор. Ну, анонсер. Анонсер. Посмотрите, вот тут лысенький, похож немножечко на Хитмана сзади, такой костюмчик элегантный. Или совсем не с уклонностями, так сказать, наркоша. Поэтому все нормально, он орёт, а ему сзади... Сзади начнется бой. Ну вот, ну а этот комментатор, он старенький, то есть он олдскульный, его просто сменили потом. Вот, и... К сожалению. Да, этот бой, который Макмэн против ДХ, закончился тем, что они взяли, оголили... Зато заметьте, рефери один и тот же, у них что? Клоны рефери, я не понимаю, у них рефери везде, брат-близнецы, ё-моё. Кроме одного матча в Сиэмпанк против Рай. Да, потому что там специальный рефери был, потому что, да, там, ну, вы смотрели, скорее всего, если не смотрели, спойлерить не буду, но там был специальный рефери, считай. А вот тут я не понимаю. Кстати, заметь, когда специальный рефери, тебе на него надевается... Ну, кстати... Я, кстати, вот что еще заметил, потому что я помню, когда судил этот... Triple H бой с CM Punk против Джон Сина, он был в этой футболке. Не, ну, кстати, неправильно, но это было в реальном... Это был реальный матч. Ну, вот... короче, давай потом посмотрим. Ну, мы потом это проверим, да, может, да, скажем, да. Может, будет, если не забудем. Кстати, вот тут есть таунты некоторые Шона Майклса, которые меня довольно-таки веселят. Сейчас я их даже покажу, если Triple H увожу. Вот такая вот рифма, вот такая... Я просто танцуют, как вообще красавчик. Вот. Ну так вот, и этот матч закончился тем, что они оголили промежность Биг Шоу, и туда всунули Макмена, и после этого сделали педигри, если не ошибаюсь, и удержали Макмена вот так вот. Но этот бой был даже в стальной клетке, и там практически у всех была кровь, вот так вот. То есть довольно-таки веселенький. Извини, что перебью, но что? Если честно, я тебя слушал и как бы слышал, типа, они оголили его промежность, провели там педигри. Это как? И видео. То есть мне сейчас дали задачу сделать сигнатуру. А, пропиарили 2K15 на заднем фоне. А вы что, не знали, что это 2K14 с дополнюхами? Вот теперь будете знать, потому что мы с Вовой считаем, допустим, конечно, мы с ним считаем, что как бы 2K15 вышел только на Next Gen, а 2K15 на Past Gen это тупо
DLC. Просто с теми же текстурами, совсем тем же, просто новые, новая, так сказать, история. И поскольку это DLC, они подумали, зачем старых добавлять, добавим только на NXT-шных. И все, и как бы половина ростеров хлам. И там, кстати, даже мне что-то он говорил, что про недобор, типа, там максимум нужны на рост 90 человек, а там... А, кстати, на Next Gen столько же народу, только плюс один. То есть, реально, они просто сказали, что есть 90 слотов, но человек будет в два раза меньше, вот так. То есть, слоты есть же, есть 90-90, все же. Ничего не знаем, все претензии к нашему адвокату. Да, кто считал. Не, ну там просто было видео, там вот где этот Голдерс против... Ну, короче, видео с, грубо говоря, демо-версии, там реально было 90 слотов для рестлеров, но там никто не говорил, что они будут все заполнены, то есть и было 90 слотов. И, кстати, там все такие, ууу, 90 рестлеров, типа. Да-да-да. Хотя было, кажется, как Туки 14-96, ну, типа 90 слотов, ну, неплохо, да? Взяли, добавили половину там из этих слотов, типа, а мы чё? Мы ничего не говорили. Ну, как бы да, так как бы назвали рестлеров, если вам что-то не нравится, все претензии к нашему адвокату, покупайте PS. А представьте, он реально покупать PS4 для, только для WWE 2K15, и они вот этим огорчены будут. Покупать еще добавок PlayStation 3, чтобы купить такие 14. Это, да. Нет. Кстати, кто-то там говорил, что в WWE 13 теперь как мультиплеер не работает. А, ну потому что, ну в принципе, мне кажется, да, никто в принципе и не заходил, кто покупал такие 14, потому что, кстати, тут же Royal Rumble, он спасибо за костыль, человек в синем, я тебе все, никогда не... Спасибо за костыль, сам, куда костыль пойдет? Он мне очень пригодится сегодня, да, вообще. Хотя нет, Triple H больше пригодится. Слышь, Triple H, у тебя же... Да куда ты? А ну, дай сюда пояс, собака. Ну, верни. Ладно. Просто так сейчас погребешь. Знаете, скуп слэм, хорошо. Дайте мне предмет или... О, спасибо за пояс. Все, отлично, пояс есть, можно убегать. Это был матч. Шон Майклс против Triple H. Ну ладно, все, не буду. Так уж и быть, надо все-таки на костылять. А как раз в те времена такой пояс уже был? По-моему, нет. Он... А, не-не-не, был, я помню. Я хотел уже пошутить, типа, назад в будущее. Посмотри на свой пояс вблизи, да, посмотри. И не, типа, посмотри на бой с будущим, типа, приехал на машине какой-то Марти. Правда, он почему-то постарел, но приехал, значит, Марти, дал пояс, типа, вот такой пояс будет в будущем. Опа, сейчас, на минутка. Ну вот, мы вернулись. Была небольшая заменка, потому что джойстик, он не энергодвигательный аппарат. Чего? Чего ты? Так, ладно. И все-таки это elbow drop, вот так вот. И... Мне кажется, или. Ой, не или... Ему было намного больнее, чем тебе. Switch Ой, Music. Наоборот, точнее. Спасибо, я только что провел Switch and Music Perform Switch and Music. Логично. О, да, Switch and Music, еще один раз ожидает. И вот та баба тоже так, ей. Так, а ну приди в себя, тряпка, идем. Так, давайте посмотрим, что люди там. Интересно, но на Евгения даже смотрящие вот эти вот, как бы, людишки в самой игре, они тоже будут сидишные или такие же? Ну, мне кажется, немного поправят, то есть, чтобы они не были такие немного квадратные. Например, вот этот самый правый человек, у него руки реально квадратные, то есть, видно, они же плохо проработаны. Нет, смотрящие будут такие же, как рестлеры сейчас. Да, да, а вот эти, да. Давайте возьмем еще гонг. Знаешь, я черное в черном как-то не увидел. Вот такая расистская шутка сейчас. Что за фигня у него с рукой стоит? Полежи. Окей, бакс с гонгом. Нет, на самом деле он просто его так же... Мы будем в это верить. Да, выкинул, да, этот гонг, чтобы не лагал. Ну тут, по-моему, Switch and Music, как я знаю, это именно проводится из угла, который вот тут просит. Так что сейчас его поднимем. Вставай, тряпка. Молодец. Вставай, он тебе на, все. Нашел, что он... Не-не-не, это нет, я сейчас... А именно корнер, короче, этот, финишный. Вот, ну-ка. Ну, я в угол. Не тот угол. Опа. Да ты обнаглел, что ли? А ну, уложись. Отдохни, трипулька. Трипули. Почему ты его так называешь? Во-во-во, видях опять. А ты был не в том углу. И он не там лежал, если что. Какая разница. Его током бьет. Снимите с напряжения с канала. Снимите напряжение с канала. И... Окей, ну конечно, был сейчас Switch and Music и... Бех ты! Успел. Педигри, но нет. Давай, раз, удержание. Два. Где все?
Победа Шона Майклса. Вот такая вот кривенькая победа. Но он огреб неплохо так. И гонгом, и всем, чем можно. Только сейчас, ой, допустим, сейчас попрощается. Не будет затемнять экран, как в прошлый раз. Я тогда не затемнил. Нет, затемнял. Так в самом конце. Воу. Откуда он достал? Когда успел? Вот пес быстрый, а. Тут реально Марти замешан. Я просто сверху скинул, типа, на лови. А типа, а это должно было случиться. Да я не купил хлеба, сволочь, и все. Это отсылка к... Ух ты, ё-моё. Не-не-не, типа, если ты его не ударишь, нарушится пространственный временной контекст. Да, лицо Triple H все это выразило в глазах просто. Я говорю, тут наркоманские глаза, очень плохо сделаны глаза, вот и я там же. А Triple H, ты не чемпион. Не надо мне тут втирать кувалду в глаз, так что... А как бы... А сейчас сразу же другой бой начнется? Да, вроде бы. Дас и дос. До следующих видео.